Вот оно, черт возьми. Вот называется «Глазами Вселенной». Вот прямо на нас смотрит Вселенная такими глазами. Картина смотрит на нас, а мы смотрим на картину. Ну, чудесная картина, что тут сказать. И вообще, когда занимаешься любимым делом, все так хорошо получается. Да, чтобы тебе все хорошо получалось, как будто ты любимым делом занимаешься нелюбимым делом, надо научиться все-таки снимать нервно-мышечные зажимы по методу ключ. А руки-то какие? Руки, а глаза? Ну, так вот, друзья, чтобы смотреть на себя и мир не субъективно, а объективно, надо научиться снимать лишнее напряжение и использовать энергию стресса. Это я вам потом расскажу, как это делать. Не просто управлять стрессом, а использовать энергию стресса. Это высшая из всех энергий во всей Вселенной. Да? А человек, который умеет использовать энергию стресса по своему выбору и по своему усмотрению, это человек будущего. Да? Какая картина? Чудо.